давайте выбираться отсюда. Всем приятного просмотра, всех приветствую. И в прошлой серии мы остановились на том, что сейчас будет здесь дверка, а точнее две дверки, и будет кирпичная стена. И нужно будет пару раз туда-сюда побегать, и на нас как раз нападет тело в противогазе. Нужно будет, наверное, убегать от него кирпичи. Так что давайте попробуем. Потому что когда я останавливаюсь, он меня вилочкой в пупочек, и все, и до побочения. Так, сейчас здесь тоже будет у нас стена. Да, она замурована. Сейчас дойдем до конца, и, по-моему, мы должны будем упереться в просто стену без двери. И вот в этот момент на нас должен побежать человек. Так, сейчас, погоди. У нас тут череп, фотки. 8 без 10, да, место есть, хорошо. Знаете, вот это что я думаю по поводу лопаты. Может, нужно будет вот этот вот череп закапывать лопатой, но, к сожалению, у меня она сломана. Просто если лопата нам нужна целая, а она у меня сломана, то мы не пройдем эту игру. Блин, это меня муляет. Честно, меня это муляет. Ага. Что? Вот сейчас мы будем идти. Этот тип на нас должен будет напасть, и мы должны будем резко развернуться и убежать от него. По крайней мере, я так думаю. Так, давай. Потихонечку. Помаленечку. Сука, беги, 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 беги. Все, 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 до побачення. Дом достала библиотека. Господи. Чердак. Чердак. Вот это гребаная сломанная лопата. Не знаю, можем ли мы копать ей, но по логике должны. Так, давайте спускаться. Давайте смотреть, что нас ждет дальше. Так, алло. Алло, алло. Так, где телефон? Да-да-да, сейчас подойдем. Джон? Джон? Я уже четвертый раз пытаюсь дозвониться до тебя, говорит священник Томас. Я наконец-то смог раздобыть информацию, которую ты спрашивал. И правда в том, что я переживаю за твою семью. Проще говоря, демоны пытаются совершить простые ритуалы, чтобы стереть границу своих душ. Чтобы провести этот ритуал, ты должен избавиться от объекта, в котором так сильно эмоционально привязан, принести его в жертву. Когда-то жили практикующие колдовство люди, которые за их воровство и бесчестие, что там они крали ювелирные украшения своими собственными синвитальными, что-то еще не выкупили жертвы украшения эмоционально других. Это извращенное существо пытается выйти за рамки даже этого. Я говорю о древнем ритуале, о котором очень мало известно. 7 жертв, 7 увечий. 7 увечий. Я полагаю, что мы наблюдаем ритуал обмена телами. Мэдисон Хейл пыталась совершить подобный ритуал до того, как она была убита. И теперь она заставляет твоего ребенка закончить это дело за нее. Она пытается завладеть телом твоего сына. Позвони мне сразу, как получишь это сообщение. Угу. 7 увечий. Интересно, вот это вот 7 нам пригодятся, либо нет. Так, бонжур. Тут нету, да, кассеты? Хорошо. Ну, не знаю, давайте... Давайте ходить, давайте смотреть. Мало ли, может, мы что-то тут упускаем с вами. Так, ну это книжка.
Аптечка. Тут у нас таблетки. Сейчас, пару секунд. Тихо, не пугай. Да, я когда... Ага, ля, таракашки. Я так понял, что... Когда я вижу таракашек, они нам показывают, куда нам нужно идти, да? Хотя в начале игры нам вроде говорили, что держись подальше от таракашек. Сейчас тут ничего нету больше. Может тут нужно как-то... Нет, может тут нужно как-то где-то куда-то череп положить. Так, куда вы меня привели? Не то... Ага, схватить. Мне кажется, тут что-то еще под этой доской. Ага, а красный ключик у нас... Подвальный ключ, понял. Это та дверка, помните, красная, которую мы с вами открывали? Идемте в подвал. Да, кстати, как вам игра? Я вижу, вы смотрите, ну, ни лайкосиков, ни комментариев. Так что жду вашего мнения по поводу этой игры. Честно признаюсь, она меня напугала не на один раз. Ну, то есть это не банальные скримеры, знаете, каждые 12 там секунд, как в других играх. Так что как-то так. Ладно, давайте двигаться дальше. Давайте открывать. Что нам еще нужно? У нас есть... Смотри, перед тем сейчас, как мы сюда подойдем, откроем. У нас есть два сейфа, которых нужно открыть. Потом у нас здесь с вами есть вот эта вот баночка. Нет, не это. Вот это вот лунный короб. Нужно с ним как-то взаимодействовать. Слышите, в нем вода. Может, внутри что-то есть? Как думаете? И еще пару есть двери, которые закрыты. О, давай. Открываем. Все, шикарно. Так, что у нас здесь есть? Ничего. Что? Что это, черт подбери, за место? Хер его знает, что это за место. Так, что это такое вообще? Ага, здорово. О, сейф. На, смотри. Так, взять. Что мы можем взять? Ага. Ничего, да, не можем брать. Хорошо. Я так понял, нужно лампочку тыркать, да, с вами? И тогда должно что-то появиться. Что-то я как-то очкую куда-то уходить дальше. Блин, а возможно там что-то есть? Тут еще дополнительно лежит, как думаете? Ой, ёб твою, все, ухожу, честно. Сука. Что происходит? Ага, ломик, дай сюда. Все, шикарно. Угу, и лампочка, да, пропала? Так, берем в руки фотоаппарат. О, здорово. Бонжур. Понял, нужно, наверное, просто фоткать, да, тебе? Даже смотреть не буду, я просто хочу побыстрее выбраться отсюда. Здорово. Ага, слышали, она там рычала. Нужно, наверное, фоткать те, где она рычит. Вот эти вот, да? Да, отлично.
Так, здорово, ты рычишь? Сука. Ладно. Ты где? Где ты, шляпа? Ага, все, выходим отсюда. Нахер. Это женщина. Она не отображается на фотографиях. С ней что-то явно не так, да? Они сгорают. Так, ну, я могу нас поздравить. У нас есть ломик. А это значит что? Это значит, мы можем сейчас вернуться в эту комнату, где мы нашли с вами ключик. Попробую там подковырнуть, правильно? И плюс еще на чердаке у нас есть место, где мы с вами не могли открыть. Так что давай возвращаемся. Так, дай только вспомнить, где это было. Ага, вот тут. Здесь это было. Сейчас попробуем найти, может тут кусачки будут. Как думаете, использовать? Блин, пусть там просто будет ключ лежать, а? Это кольцо, которое она упоминала. Ага, значит, наверное, придется уничтожить это кольцо. Что с тобой? Господи, мои глаза. Мои глаза горят. Мне нужно выбраться из этого ебаного дома. Алесин. Давай выбираться. Так, у нас здесь ничего не появилось. Смотри, что это такое? На что похоже, ребят? Понятно. Это у нас листочек появился в кармашке или нет? Или... Сука, кто это сделал? Открой. Так, ну здесь нам нужно с вами цепочку перерезать по ходу кусачками, да? Так, что я хотел? Ага, на чердак. Чердак, чердак, чердак. Идемте на чердак. Так, ты знаешь, сколько сейчас электричество стоит? Включай. Блин, а здесь мы доски никак мы не сможем поломать с вами? Нет, не сможем, ладно. Но судя по всему, не знаю, я говорил, я вначале не говорил, когда загружался, мне показалось, что мы прошли с вами 50%. Ну то есть, еще, наверное, серии 3 по часику, и все. И мы должны будем с вами закончить, конечно, если у нас... получится из-за этой гребаной лопаты. Все скрипит, все падает. Так, ты кто? Если ты это нашел, не слушай. Я так слишком много несу. Ага, нужно будет что-то выложить, да? А что мы выложим? Может, череп выложим? Либо колечко. Либо сломанную лопату. Идемте к сейфу. Сейчас что-то выложим. Ломик, наверное, я оставлю. Так, где у нас сейф был? По-моему, куда-то вот сюда. Да, да, отсюда. Тут где-то он должен быть. Ну все, неплохо и так страшно. Давай. Так, на хранение. Кольцо. Давай, может. Не следует держать это при себе. Давай лопату, наверное, да? Так, какая падла закрывать вечно дверки, так неудобно их открывать.
Так, пошли на чердак, возьмем кассету, которую нам советовали не слушать, и послушаем. Ну тоже я не могу понять, наш главный персонаж не может в окно выйти. Ну вот справа окно, вы видите, да? Вот сюда же не может выйти. Тем более сомневаюсь, что там сильно высоко, если ты обычный дом, ну не знаю, первый этаж, что спрыгнуть нельзя. Так, дай кассету, пошли слушать. Вот это вот, что здесь находится, что мне нужно использовать, как, тоже без понятия. Так, идем. Надеюсь, там будет что-то полезное. Так, кассета. Я теряю свой разум. Бабушка? Я никому не могу доверять, даже Альберту. Если ты это слушаешь... Блюниз. Настоящий. Блюниз. Я знаю это. Я знаю, что я не болен. Я знаю, что у меня не так много времени. Это блядская хреновина. Я чувствую, как он дышит прямо за мной. Напевая эту ебучую песню. Снова и снова. И снова у меня в голове. Блин, не сзади. И он найдет то, что он искал. Так долго один. Не его место. Ну вот это вот Блюниз. То, что искал по всей кухне. Где он написал эту песню. Специально для тебя. Угу, подсказка, наверное, кухня, да? Так, погоди. Дай посмотреть. Вот это вот, что это такое? Не помню, чтобы рисовал что-то из этого. Я схожу с ума? Ну это чердак, а вот это что за... Что за? Вот тут, да, что-то запрятано? Мне нужны кусочки. Тут дверь закрыта. Ну что-то прячет на кухне, она сказала. Значит, оно находится здесь. Ну и все, больше подсказок у меня нету. Я понимаю, что подсказка у меня вот эта вот штука, но я не знаю, что это такое. Похоже, конечно, на рот. Но может и не рот. Может что-то другое. Так, предлагаю вернуться в самое начало, не знаю, посмотреть. Может что-то поменяется. Заберем с вами лопату. Где она нам пригодится? Там 10 из 10. Хотя навряд ли, наверное, она сейчас нам пригодится. Но... Пусть будет. Так, вот сюда нужно что-то вставить. Плюс у нас здесь есть... Ага, во, смотри. Откуда они здесь? Ключ. Слишком много несу. Твою ж. Погоди.
Это ключ от двери, ребят. Это ключик от двери. Мы сейчас с вами отсюда выйдем. Шикарно. Давай. На хранение. Давай, наверное... Хер знает. Баночку с фотографией положим. И эту баночку. Да? Давай череп. Не, хотя может череп нам пригодится. Все. Две баночки убрали. Побежали забирать ключик и побежали отсюда. Так. Забрать. Все. До побачення. Вы думаете, я сейчас возьму книгу и... Начнется какая-то чертовщина. Во, смотри. Все, шикарно. Уходим. Уходим, уходим. Это что такое? Считать. Это из дневника моей бабушки. Ненавижу, куда Альберт проводит всю ночь за работой. Когда темнеет, такое ощущение, будто мир переворачивается. There must be something useful here. Здесь должно быть что-то, что я могу использовать, да? Ага. И... Погоди. Во, ребят, кусачки. Есть, пошли. Пошли открывать. Наверное, нужно будет нам с вами распилить либо кольцо, либо череп. Но сначала давайте вернемся на кухню. Давайте вернемся на кухню. Сейчас, ребят, буквально 2 секунды, вы пока местом постойте. Во-первых, вернемся на кухню, во-вторых, вернемся в толчок. Да, и откроем с вами то, что мы не могли. Вот, кусачки. Шикарным. Да и... понял, это просто... Просто ачивочка, да? Коллекционная карточка, хорошо. Пошлите теперь в туалет сходим. Так, тихо. Интересно, что здесь находится. Давай. Ну давай. Может, какая-то подсказка? А может, дерьмо-демон будет? Так, отлично. Хватить. А это что у нас такое? Сколько раз мне тебе говорить, что дома нет никого? С меня хватит этого бреда. Альберт, послушай меня, это всего лишь книга. Блядская книга, Элизабет. Видишь, здесь никого нет. Его не существует. Он, черт возьми, нереален. Я знаю. То, что происходит со мной, как-то с этим связано. Я просто знаю. Это болезнь, Элизабет. Боже мой, ты больна. Я не больна. Ты сходишь с ума, если не остановишься. Эта книга никак не связана с твоей болезнью. Мне хочется, чтобы ты прекратила вести себя как ребенок, перестала прятать наши вещи и принимала свои чертовые таблетки. Ты думаешь, что это нормально? Ты думаешь, что зрачки исчезают как пыль? Я клянусь, это ебаная сущность делает все со мной. Хватит, Лизбет, хватит вести себя как 10-летняя. Иди в кровать, Альберт. Все началось в тот день, когда мы привыкли эту ебаную книгу в дом. Это болезнь, Элизабет. Ты больна. Если ты не веришь мне, я уйду отсюда. С меня хватит. Я забираю Джонни с собой. Мы не останемся здесь. Эй, подожди. Это уже слишком. У тебя паранойя, Элли. Сейчас 4 часа. Элизабет, просто вернись в кровать, пока мы не разбудили Джонни. Мы можем обсудить это утром. Ты пожалеешь об этом. Ты останешься один, наедине со своими твоими ебаными часами. Угу. Часы, да? Ой.
Занято. Блять, занято. Ладно, ладно, давайте соображать, что это такое. Это какая-то херня, какой-то блок. Так, я так понимаю, нам нужно сейчас с вами будет забрать эту блядскую книгу, да? И отправляться в подвал, туда, где пилорама находится. Только сначала нужно будет что-то сюда убрать, так, на хранение. Давай, наверное, молоток, да? Ломики, думаю, нам уже не понадобится. Кольцо оставлю. Лопату тоже. И... ну давай, вроде бы все. Череп оставим, кольцо оставим. Череп и кольцо оставим. Давай забирать книгу. Погоди. Вот череп, ля. Хорошо, а сюда кольцо, да, наверное, надо будет? Да, сюда кольцо. Еще нужно будет 4 вещи. Знаете, что в той... что в той пил... на той пилораме мы сможем сделать, наверное, где... тут внутри, во-первых, может быть что-то быть, я так думаю. И в той баночке, помните, с водичкой... лунная баночка, вот эта вот. Наверное, ее тоже можно будет, да? С вами вот это вот открыть. Все. Хорошо. А может, ее просто поставить надо, не знаю. Давай посмотрим. Так, я могу тебя взять? Взаимодействовать. Ритуал обмена телами. Я должен положить этому конец. Угу, человеческий прах. Хорошо, я могу сюда? Я думаю, что мне нужно сначала открыть это. Да, вот, ребят, я же говорил, что нам нужно будет открыть это сначала с вами. А этот... блок цемента, блок цемента. Ладно, давайте открывать баночку. Сейчас нужно будет сначала включить здесь. Так, оно. Вверх, 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 вниз, вверх, вверх, вниз, вниз, вниз. И есть. Теперь все то же самое здесь. Сука. Есть, заработала. Баночка. Что-то как... так и думал, что здесь будет что-то находиться. Так, взаимодействие. Это, скорее всего, жертву, да? Схватить. Блин, а у нас и в той банке были жертвы. Помните, у нас баночка еще с фотографиями есть? Может, ее тоже нужно туда? Давай заберем на всякий пожарный. Даже с вами две банки. Так, взять, где ты? Вот эта вот баночка, все. Боже, кто, блядь, закрывает эту блядскую дверь? Так. Так понимаю, без разницы, да, в какой последовательности нужно класть это. Да, вот одна баночка. А вот и вторая. Смотри, есть. Ага, слезки кровавые пошли, да? Все, будем фоткать? Нет. Взаимодействовать. Так, и что? Можешь посмотреть, нужно.
Погоди, тут кто-то стучит. Да-да-да, я вас слушаю. Мне нужно найти 4 цифры, чтобы открыть эту дверь. Они должны быть где-то. Ну смотри, вот 4 цифры у нас есть. 56, 70. Давай пробовать. Давай пробовать. 56. Не стучи. Да погоди ты, я пытаюсь открыть. 70. Вот смотри. Не? Я не могу понять. 56, 70. Хорошо. Возможно... Дедушка. 1968. Возможно, 1968. Так, давай пробовать. Так, 19. Просто я не знаю. Вот смотрите, мне нужно ставить прям возле стрелочки. Либо ниже, либо выше. 1968, да? И как оно должно сработать? Типа автоматом, либо мне нужно что-то нажать? Не? Хорошо, вот тут цифры где-то есть. Давай посмотрим. 719633. 8. Сука, ты лучше помог бы, чем стучал бы. Так, что здесь? 7, 1, 9, 6 3, 7, 1, 9 3, 7, 1, 9. Погоди. 3. Что у нас тут? 5, 6, 7 56, 70, да? 56, 70. Мы же вроде уже делали это. 56, 70. Не, тоже не то. Может, нужно вот так как-то опустить. Не, нихера. Хорошо. Давай смотреть. Давай смотреть, где тут цифры есть. М-м-м. 7, 7, 9. Может, тут подсказка есть? Так, человеческий прах. 2 тела, госи, носитель, 7 жертвоприношений. Виртуальный обмен телами. 7 гости, носитель, 7-1-1, но все равно не подходит, правильно? Хорошо, тут два варианта. Либо идти за таракашками. Во! Смотри, схватить. Идем тем послушаем. Может, сейчас нам подсказку дадут. Потому что я реально пока месть не понимаю, что от меня хотят. Где кассета? Вот кассета. Джон, я хочу, чтобы ты понял, насколько действительно опасны эти демоны. Я наблюдал несколько актов экзорцизма в свое время. Не все живы, не все выживают. Эти существования живые. Они развлекают себя с помощью нас. Им нравится наш страх, причиняет нам боль. Это дает им мощь, дает им силу. Когда один из них присоединяется к одному из нас, это практически невозможно помешать. Они играют с нашими телами и умами, пока не найдут то, что ищут. Они уже не люди, они за гранью всего, что мы знаем. Джон, я молю тебя, ищи помощь.
Я расследую это дело. Женщина Мэдисон, вернусь к тебе, как только найду что-нибудь. Держи информацию подальше от своего сына. Избавься от камеры, как только ты получишь это сообщение. Но, пожалуйста, будь осторожен, если у твоего сына уже был контакт с этим, с этой сущностью, его жизнь, твоя жизнь и жизнь твоей семьи в опасности. Мам, Шанель, что я наделал? Я должен найти способ положить этому конец. Блять. Опять что-то начинается. Мое тело горит. Ага. Угу. Открыть? Мне кажется, я видел что-то похожее в этом доме. Да, я знаю, где это находится. Сейчас, ребятушки, мы туда сходим. Только давай кассету сюда уберем. Я это видел. Она находится в комнате возле телека. Так, не стучи. Угу, страшно, вырубай. Так, рога у нас находятся вот в этой комнатке. С правой стороны. Сука. С правой стороны. Так, а ну. Вот они, смотри. Давай. Бум. Есть. Давай смотреть. Ноль. Правильно понимаю? Да. Нет, нет, только не снова. Блять, я не чувствую пальцев. Что происходит с моим телом? Так, здесь у нас ноль, хорошо. Я не знаю, что бы это могло значить. Красный свет. Так, ноль, правильно? Мы запомнили с вами. Теперь нужно найти красную лампочку. Красная лампочка у нас была где? По-моему, в подвале, если не ошибаюсь. Либо нет, нам нужно найти лампочку. Где ее искать, я хуй его знает. Давайте везде походим, посмотрим. Так, ты поломанный, да? Ты тоже это... Не, здесь явно ничего не будет. Вот красная лампочка, ля. Давай смотреть. Блок цемента, фотографии. Нет. Ну вот красная лампочка. Либо это не то. Так. А если мы... Если тебе нужна комбинация, ты знаешь, где ее найти. Возможно, это часы там, где комната, и там комбинация лежит. Полосно? Возможно. Потому что я хер его знает. Раз, два, три. Не, даже пытаться не буду. Идемте искать лампочку, которую нам нужно сфотографировать, я так понимаю, либо... Либо что нам нужно делать? Но это единственный красный свет, который я помню. В подвале была просто красная дверка. Хорошо, ищем тараканов. По идее, они должны нас будут сейчас привести туда, куда нам нужно. Так, ну тут ноль, хорошо. Первая цифра есть. На чердаке ничего нету. Наверное, вот тут пароль от сейфа, что-то мне кажется. Так. Здесь больше ничего нету. А можно открыть? Не, больше ничего нету.
Лампочка, лампочка. Угу. Блин, вот это сейчас пока не найдешь то, что тебе нужно. Оно же может находиться где угодно, и это может быть даже не то, что я и думаю. О, здорово. Что ты мне тут что-то подсветил? Не? Или теперь я могу залезть куда-то? Херово знает, давайте воткать все подряд. Уж реально я что-то не понимаю. Закрыто, закрыто. Ладно, возвращаемся. Угу, там еще стучит кто-то. Так, лампочка, лампочка, лампочка. Вот что за лампочка? Вот что мне тут делать? Скажет. Так, тебя никак выключить нельзя, никак взаимодействовать. Угу. Каменный блок. Ну, не зря ж мне этот блок каменный дали, правильно? Может, реально нужно будет его сейчас куда-то покласть, либо кинуть в кого-то. Давайте так, ребят, наверное, мы с вами уже в следующей серии продолжим наше прохождение, потому что здесь я заблудился и не смогу вернуться назад, потому что здесь я заблудился, да плюс уже где-то около часа мы с вами играем. Так, не там, не там. Так что всем, всем спасибо за просмотр, всем пока-пока, и да потом в следующей серии уже продолжим с вами искать то, что нам нужно. Всем, всем удачи.